Поздравляем наших доблестных мужчин с Днем Защитника Отечества! В моей семье всегда отмечали 23 февраля, потому что папа мой был офицером. Поэтому для меня это действительно очень важно, поддерживать семейную традицию и всегда отмечать 23 февраля. К сожалению, мой папа уже давно ушел из этой жизни, но я всегда его помню, и этот праздник для меня, он такой особенный. И я очень рада, что я могу вместе с нашими соотечественниками тут, за рубежом, в городе Риме, поздравить всех защитников Отечества, бывших, настоящих, с этим замечательным праздником, 23 февраля. Добрый день всем! Сегодня мы празднуем День Защитника Отечества, 23 февраля 2018 года. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, благополучия. В этом отношении необходимо всем знать историю и знать о том, что всегда Россия была права и всегда Россия побеждала. Так что все об этом должны помнить. Красная армия происходит от названия старорусского слова «красный», «красивый», «красивая армия». Февраля с праздником мужчин, мужчин бывшего Советского Союза, всех республик, счастья, здоровья, успехов в работе, в учебе, во всем, всего самого наилучшего и, главное, мира. И чтобы оберегали своих женщин, и чтобы не было никогда войны. Мужчины, поздравляем! Мы соотечественники, русскоязычное население Рима, поздравляем всех мужчин, соотечественников с 23 февраля. Сегодня празднуется столетие образования Красной Советской Армии. Праздником мужчины, ребята, наши защитники Отечества. Поздравляю всех ветеранов, наших предков и молодых людей, которые сейчас служат нашему Отечеству, столетним годовщиной нашей Красной Армии, которая спасла нас от интервентов. И сейчас, в это тяжелое время, когда, опять же, мы окружены со всех сторон, нам надо сплотиться возле народа и быть вместе. Ура, товарищи! С праздником! С праздником!